Друзьям, подписчикам и гостям моего канала огромный привет. Вот я снова с вами, снова на своем канале, снова снимаю видео. Приехал с командировки, работал в Кингисеппе на предприятии Еврохим, химический завод. Всем пацанам огромный привет. Наурыз, Леха, Таир, Артем Кухов, тебе привет, твоей супруге. Сейчас я буду с вами, буду снимать сюжеты. Вот сейчас, на данный момент, воюю со снегом. Снега у нас навалило очень много. Зима очень нынче снежная. Приходится вот сейчас убирать за время моего отсутствия. Снега навалило столько, что мама не горюй. У меня тут еще падает с крыши. И это все вот тут в ограде, таким вот толстым слоем. Сейчас отдалбливаем. Отдалбливаем, выношу за ограду. Потом буду, это, наверное, трактором спихивать подальше от ворот, чтобы вода, вот эта вся грязь тут не стояла. Все эти сугробы буду убирать, тоже выносить с крыши, буду снег где-то буду скидывать, где-то не буду скидывать, сам стекет. Работы много, планов много, планов громадье. Сейчас вот немножко, недельку отдохнул, пришел в себя, собрался с мыслями и начнем работать. Буду снимать для вас интересные сюжеты, надеюсь, что-то показывать, что-то рассказывать, просто про мою жизнь, просто чем я занимаюсь, чему-то буду делиться своим опытом. Короче, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на канал, рад всех вас видеть. Погода у нас стоит замечательная, снежная, зимняя, такая, ну, родная, наша зауральская, зауральский климат. Раньше мне казалось, что у нас такой не очень, такой хороший климат, но, как оказалось, это совсем не так. Сейчас побывал вот в этом Кингисеппе, там это ужас, я не знаю, как там люди живут, там постоянно идет дождь, там постоянно зимой и летом идет дождь, то снег, то дождь, то снег, то дождь, температура там почти нулевая постоянно, минусы бывают редко. Ну, это, блин, это надо привыкать, это действительно надо привыкать. За 2 месяца, пока я там находился, солнце видел раза 2 или 3, и то по несколько часов в день. У нас тут погода стоит солнечная, ну, хоть бывает, конечно, и пасмурно, но солнечных дней, по крайней мере, у нас достаточно по сравнению с Кингисеппом, с Ленинградской областью. У нас вообще красота, у нас замечательно. Сейчас вернулся, снова за работу, снова в бой. Будем снимать все, что происходит в нашем зауральском подворье. Ну все, я буду сейчас воевать вот этими сугробами. Вам я желаю всем добра, подписывайтесь на канал, оставайтесь на моем канале. Всем до новых встреч, пока!